Налети на кат, появившиеся вследствие длительных снегопадов и низких температур, стали одной из проблем города последних недель. Глава города Юрий Шалабаев проверил качество уборки улиц во всех районах Нижнего Новгорода. Вследствие проверки градоначальник сообщил, что по мере освобождения техники ее распределяют с главных дорог на очистку примыкающих автомагистралей. Однако, так как из-за морозов техника может выходить из строя, всем главам районов дано поручение следить за состоянием техники и в случае необходимости оперативно ее ремонтировать.